Из всех снимков, которые фотограф делает во время одной сессии, лишь некоторые получаются удачными. Один из самых распространенных недостатков фотографии – это отсутствие резкости. Размытое изображение получается либо из-за неправильно наведенного фокуса, либо из-за того, что в момент съемки дернулась камера. Иногда снимок, на котором отсутствует резкость, можно частично восстановить. В Photoshop есть несколько фильтров, которые позволяют это сделать. И главный из них – это Unsharp Mask. Принцип их работы основан на том, чтобы сделать контуры объектов на фотографии более контрастными. Для этого программа затемняет изображение вдоль линии контура с одной стороны и осветляет его вдоль линии контура с другой стороны. Однако одними фильтрами группы Sharpen качественно восстановить изображение удается редко. Главная проблема использования этих фильтров в том, что при создании контраста по контуру объектов возникает эффект расхождения цвета. Поэтому в этой области можно увидеть цветовые артефакты, которые портят изображение. Есть несколько способов, как компенсировать артефакты при использовании фильтров группы Sharpen. Создайте копию слоя и выберите фильтр Unsharp Mask. Этот фильтр имеет несколько настроек. Первый ползунок определяет степень воздействия фильтра на фотографию. Чем больше его значение, тем выше резкость. При помощи параметра Radius можно задать ширину области возле контуров объектов, на которую будет воздействовать фильтр. Последний ползунок определяет пороговое значение для эффекта. Чем меньше это число, тем точнее результат. Обычно при наведении резкости используются небольшие значения радиуса и высокие значения amount. Пороговые значения при этом лучше ставить как можно ниже. Чтобы избавиться от цветовых артефактов, измените тип смешивания на luminosity. Теперь цветовых артефактов нет. Такого же результата можно достичь, если после применения фильтра использовать команду Edit Fade Unsharp Mask и в окне Fade выбрать тип смешивания Luminosity. При использовании этого способа не нужно создавать копию слоя. Когда вы используете фильтры группы Sharpen, область по обе стороны от контура объектов изменяется с одинаковой силой. С одной стороны контура область затемняется, а с другой осветляется. Управляя настройками фильтров, вы можете изменять лишь ширину этой области. Метод, который сейчас будет рассмотрен, дает возможность управлять шириной темной и светлой областей по отдельности. Создайте копию слоя. Примените фильтр Unsharp Mask. Создайте копию измененного слоя. Для одного из слоев, к которым применен фильтр, выберите тип смешивания Lighten, а для другого Darken. Изменяя значение параметра Opacity для этих двух слоев, можно управлять прозрачностью светлой и темной областей вокруг контура. Например, если присмотреться к пипетке, можно увидеть излишне светлый ореол. Поэтому значение параметра Opacity для слоя с режимом смешивания Lighten можно слегка уменьшить. Если на изображении есть слишком темные и слишком светлые участки, которые после наведения резкости смотрятся не очень хорошо, их можно удалить. Например, у бельчонка слишком много мелких деталей на мордочке, поэтому когда мы наводили резкость, в этой области образовалось большое число темных вкраплений.
Для их удаления нужно выделить слой, для которого выбран режим смешивания Dakin, и пройтись ластиком.